ремонтирую домкрат. Вот первая у него проблема была. Вот здесь вот вместо вот этой желтой полоски здесь стояла пластиковая. И не знаю от чего, ее просто отломило, оттуда выпрыгнул шарик, и домкрат больше не работал. Эту полосочку я сделал из куска рулетки. То есть он как бы подпружиненный идет. Поэтому, надеюсь, не отогнет и не сломает его. Также этот домкрат я хочу использовать в своем прессе. Поэтому сейчас мне нужно сделать вот сюда вот трубочку заборную, чтобы когда домкрат будет стоять перевернутым, он забирал снизу. Для этого нашел себе вот такую трубочку. Это тормозная трубка от какой-то машины. И вот из нее как раз и буду делать. Как раз сюда очень хорошо входит. Нужно будет определиться, какой длины сделать. Чтобы масло забиралось не только торцом трубки, но и сбоку, я сделал вот такие вот пропилы. Остается ее здесь как-то закрепить. Я для этого буду использовать лак для ногтей.